Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy M35. И сейчас я покажу вам, как добавить фотографию к контакту. Открываем контакты. Далее выбираем контакт. Нажимаем на значок информации. Нажимаем «Изменить» и нажимаем на иконку, где должна быть фотография. Далее можем установить фотографию при помощи камеры, то есть сделать фото либо галереи, либо селфи-моджи. Либо нажать здесь на плюсик и выбрать какую-нибудь аватарку. Выбираем, нажимаем «Сохранить». На этом всем. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.